Так. Тишина. Внимание. Начали. Красивая. Лёся Баттербард. Интересно, что она его фамилии не взяла. Была бы Лёся Синицына. Красиво. Лёся, это Оля, что ли? Оля Синицына. Красиво. Познакомилась с Сережей так же, как и я в цирке. Только она из публики, а я на манеже работала. Летом в Саратове. Это сейчас так пишут весь вечер на манеже соло-клоуны Сергея Синицына, Роман Самановский. А тогда он один опилки глотал без ромашки.
И в афишах так писали. В паузах. Клоун Сережа. Помню, попали с ним мы после первого представления ужинать за один столик. А он как раз напротив меня сидел. Ну и все на меня поглядывает. Я ему говорю, не гляди на меня. Все равно не разглядишь. А сестрички забавляются. Сестры Челубеевы. Акробатическая группа. 5 девчонок подобрались. Правда, среди них Челубеева-то я одна, но это в цирке бывает. Потом, не помню, кто предложил, пусть нас клоун Сережа шампанским рассмешит. Ну, купил он шампанское. Поднялись мы в наш просторный номер. Сережа был, что называется, в кураже. Смешил нас. До слез. А мне почему-то казалось, что это он для меня старается. Потом кто-то попросил, чтобы я спела. Ну, вспомнила что-то грустное, давно забытое. Я и пела. Ну, тоже. Только для него одного пела. Он, кажется, это понял. Несколько раз приходила горничная, требовала тишины. Потом, наконец, разогнала всю нашу компанию. Сережа пошел в свой номер. Он в самом конце длинного коридора находился. Потом рассказывал, что уж засыпать стал, когда услышал стук в окно. Сначала и не понял, все-таки третий этаж открывает окно. А там я. По карнизу к нему пришла. Говорю, если не нравлюсь, гони меня, дуру. Я потом... Потом я ему сказала, Сережка, если я не разлюблю тебя, беда будет. Моя беда. Сколько уж лет прошло? 5? Нет. 7. Полина, мне ваш выход скоро объявлять. Вы готовы? Готово. Дим Димыч, скажи, это что, правда?
Ну, что Синицыны, что они ребенка берут из детдома? Насколько мне известно, да. Хорошо. Ты только ему не говори, ладно? Что не говорить? Ну, не говори, что я интересовалась. Хорошо, не скажу. Откривлялся, как выражается силовой жонглер Валерий Муров. Кстати, отгадайте, почему мозг клоуна стоит 10 копеек за 1 килограмм, а мозг силового жонглера 10 тысяч за 1 только грамм? За что такая несправедливость? Не знаем, сдаемся. Потому что мозг силового жонглера – это дефицит. Здорово, птичка-синичка. Что с тобой? Роман, я, кажется, опять плечо вывихнул. Я тебе сколько раз говорил, рано идешь в кульбит. Так, птица без крыльев, недолго остаться, давай. Расслабься. Не дергайся. Кажется, ничего. Айда, Роман! Ой, ребята, ребята, вы должны друг друга беречь в предстоящем гастролю. Какие гастроли? Куда? А ты никуда, ты много будешь знать, скоро состаришься, как я. Вот так-то, дорогой товарищ. Гусь свинья не товарищ. Улетаю, улетаю, улетаю. Ну что, нарвался? Вот так, не груби старшим. Ой-ой-ой, что я слышу? Это в тебе будущий родитель заговорил? Когда малыша поедете забирать? Завтра. Я еще не все бумаги собрал. А что, Лёся волнуется? А ты как думал? Она его сама убирала? Нет, я. Она сказала, выберешь. Потом мне покажешь. Ну и как, она его уже видела? Ну, видела, конечно. Видела, конечно. На прогулке. Он в песочнице себе грузовичок отвоевывал. Смешной. Ей понравился. Такой, как мы хотели. А как звать? Ванька. Значит, будет Иван Сергеевич Синицын. А ты думал, Иван Сергеевич Тургенев? А что? Тургенев, между прочим, тоже совсем неплохо. Написал бы «Отцы и дети». А я бы специально для него удочерил какую-нибудь Полину Виардо. Ты. Это про Полину. Нарочно? Случайно. Честное слово, случайно получилось. Бешеная ты птица! Ты что, готов налететь, как коршун?
Вот поедем за Ванькой. И сам увидишь, что никакой я не коршун, а нормальный аист. Приношу в дом детей. Умно. Мне действительно нужен цирк. Ну, так бы и говорили. Будьте любезны, Синицына, клоуна. Уже ушел. А вы ему передали... Да, чтобы он срочно зашел к родителям жены. Нет, нет, ничего не случилось. Просто ждем его обедать. Спасибо. Она просит, чтобы хотя бы сегодня, сейчас, мы оставили ее в покое. Она такое говорит о своем муже. О мужчинах вообще. Я отец, тоже мужчина, в конце концов. Я не понимаю. Ревет. Нос распух. На себя не похож. Кричит, обвиняет. Ну, можно поссориться, даже разойтись. Но зачем же так? Не понимаю. Ну, что же, Лёся? Все уже остыло. Обедать она не пойдет. Не хочет. Не хочет обедать? Не хочет. На ней лица нет. Я с самого начала знала, что это хорошо не кончится. Успокойся. Они любят друг друга. Что ты предлагаешь конкретно? Конкретно? Им надо расстаться. На время расстаться. Я совсем не утверждаю, что они должны разойтись. Но сейчас они оба травмированы тем, что у них не может быть детей. Это им кажется чем-то ужасным, какой-то катастрофой. Пройдет время, они отдохнут друг от друга, все спокойно обдумают. И поверь моему женскому сердцу, если они любят друг друга, как ты считаешь, все будет хорошо. Завидую твоей уверенности. Лёсе надо уехать, отвлечься. Я уже говорила в иностранном отделе академии. Ее оформят твоим переводчиком в Канаду. А зачем мне переводчик? Как ты могла? Я твоя жена. Я мать. Это моя дочь. Наша дочь. Не чужая, родная. Мне надо помочь. Она измучена. Я тебя никогда ни о чем не просила. А сейчас прошу, умоляю. Требуй, если хочешь. Не прости, пожалуйста, что я звонила без своего разрешения в академию. Я считала, я была уверена... Это он. Кто? Наш зять-клоун. Значит, ты все-таки... Как ты могла? Я звонила в цирк и просила его прийти.
Я считаю, что мы должны объясниться и поставить все точки над «и». Но Лёся... Ну, при чем тут Лёся? Она совсем ребенок. Ты что, не считаешь нужным участвовать в разговоре? Не считаю. Прости. Глаша, откройте дверь, не слышите, звонят. Марья Николаевна, что случилось? Марья Николаевна, что случилось? Что случилось? Что случилось? Марья Николаевна! Марья Николаевна! Ура! Марья Николаевна! Глаша! Да-да? Я хотела бы поговорить с вами. Да-да? Нам надо поговорить по семейным делам. Пройдите, пожалуйста, на кухню. Вас там Глаша напоит чаем. Пшел. Это вам нужно? Да. Пожалуйста. Шармон. Ла Рошфуко. Овуар. Садитесь. Я считаю, что мы должны быть с вами совершенно откровенны, Сергей Демьянович. Дементич. Извините, и Владимир Карлович тоже так считает. Я все знаю. Вы от нас скрывали, но врачи-специалисты, к которым вы обращались, сочли нужным поставить Владимира Карловича в известность. Теперь я хочу от вас услышать ваше мнение. Только откровенно. Откровенно? Марья Николаевна, я считаю, что вы с Лёсей очень похожи. И в старости, если, конечно, доживу, я буду любоваться Лёсей и ко всем ревновать. Не остроумно. Да? На вашем месте я бы не острила. На моем месте нельзя не острить меня, иначе выгонят с работы. Вы вообще несерьезный человек. Я клоун. Вы взрослый человек, и мы с вами взрослые люди. А Лёся, согласитесь, совсем еще ребенок. И когда вы, Сергей Демьянович? Дементич, моего отца звали Дементий Алексеевич. Ну, извините. Нравится вам это или нет? Вы знаете, что я... Никогда не одобряла ваш брак с нашей дочерью. Но теперь, когда вы... Скажите, а как это вам могло прийти в голову брать из приюта какого-то чужого ребенка? Вы подумали, что этот ребенок может быть патологической наследственностью. Алкоголик. Или какой-нибудь дебил. Нет, вы не серьезный человек. Несерьезный. И Владимир Карлович тоже так считает. Хорошенькую жизнь вы уготовили Лёсе, нечего сказать. А еще считаете, что любите ее. Марья Николаевна, поймите же нас. Постарайтесь понять. Лёся, да мы оба мечтали о ребенке. И вдруг выясняется, что она не может родить. Никогда, вы понимаете, никогда. Боль этого никогда, против которого она бессильна, останется с ней на всю жизнь. И невольно, а как же иначе? Будет связана со мной. Она будет думать, что я втайне виню ее. Что бы я ни говорил, что бы я ни делал, как бы ни вел себя. Она будет думать так, а это несчастье. Мы оба будем несчастны. Все зависит от вас, от мужа. Если вы будете внимательны, сдержанны. Внимательны, сдержанны, добрый, нежный. Если вдруг поссорились, и я сгоряча нагрубил ей. Ужас. Все что угодно, только не приютский ребенок. Как вы не хотите понять, у нас обязательно должен быть ребенок. Иначе конец нашей любви. Ну, я понимаю. Мне вы можете не доверять, тем более, что я...
Но Владимир Карлович, ему вы не можете не доверять. Владимир Карлович серьезный человек. Снимите! Сейчас же снимите! Владимир Карлович не для того заслужил кембриджскую мантию, чтобы в ней клоун стули всякие... Всякое. Я вас правильно понял? Ничего вы не поняли. Лёся сама позвонила нам. Владимир Карлович привез ее от вас в ужасном состоянии. Она измучена. Никого не хочет видеть. Даже меня, свою мать. Но ведь она была согласна. Она сама. Мы выбирали. Мы с Владимиром Карловичем считаем, что вам надо на время расстаться. Владимир Карлович на днях уезжает на симпозиум ЮНЕСКО в Канаду и берет с собой Лёсю. Владимир Карлович, полагается личный переводчик, и на это место оформят Лёсю. У вас будет время все спокойно обдумать. Я могу поговорить с Лёсей? Нет, не надо, поймите меня правильно, Сергей. Дементич. Извините. Должна вам сказать, что я бы на вашем месте... Если бы вы стали на мое место, я бы оказался женой академика Баттербарта. А меня это не устраивает. Извините. Thank you.
тебе говорю, что ты идешь ночевать ко мне. Почему не ты ко мне? Потому что я не Буратин. Да при чем тут Буратин? Да при том. Ты помнишь, он попал в страну дураков? Так вот, у Орехова-Борисова есть страна дураков. Это как понимать? Очень просто. Когда в Москве мороз, в Орехова-Борисова оттепель. В Москве солнце сияет, а в Орехова-Борисова проливной дождь. В Москве академики живут. А в Орехова-Борисова клоун Синица. Трепач! Я не трепач. Во мне умирает великий клоун. Грустный клоун. Я выхожу на манеж, плачу, и все рыдают. Это мой идеал. Ты просто пьяная пьяница. Неважно. Главное, не промахнуться мимо своего подъезда. Ты знаешь, как я представляю себе рай? Сплошной подъезд, вроде моего. Лифт, конечно, не работает. Полоумные кошки шмыгают, ступеньки, которым требуется зубной врач. Постоянный запах кислой капусты. Ну, иногда для разнообразия паленой резиной пахнет, иногда арбузами. На первом этаже какая-то лужа подозрительная, это обязательно. А я гуляю по лестницам, звоню в любую дверь. И за каждой дверью Алиса. А я? Ну, ты как друг таскаешься по лестницам со мной. Разве не ясно? Ясно. Только я в аду. Ну, какой у тебя ад? А такой же, как у тебя рай. Только я стучу во все двери, а мне не открывают. Сережа, Ромашка, здорово! Где пропадаете, балбесы? Ты заметил, птица, что кодовое наименование «балбес» применяется им ко всем без исключения лицам мужского пола? И имеет множество оттенков от похвалы до смертного приговора. А женщине проходит под кодовым названием «пупсик». Вот теперь мне все ясно. Да что тебе ясно? Да что я о вас соскучился. Да. Сереж, тебе нужна фирменная оправа для очков. Один балбес предлагает. Сколько? 50. Тогда не надо. Дорого, конечно, понимаю. Сейчас распоряжусь. И учтите, не гости, не клиенты, а друзья. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Сань, присядешь? Можно. Рабочий день кончен. Отдыхай. А вы что это сегодня холостые? Алисочка на гастролях в Латинской Америке. Роман, ты ведь не все время обещаешь рассказать, что случилось с Алисой на гастролях в этом. В Варшаве? Да. Ну, ты себе трапецию представляешь? Ну. Значит, нижняя штанга – это пустая алюминиевая трубка, в которой продевается стальной трос. Все уловил. Значит, трос оборвался. В том-то и дело, что никакого троса не было. Забыли продеть. И когда Алисочка закрутила свою знаменитую мельницу, штанга оборвалась. Кусок алюминиевой трубки остался у нее в руках. Ее выбросило в стороны из-под купола. Она сальто, еще сальто, только бы не упасть в ряды. Конец света. Среди польских униформистов оказался один старик, на счастье, бывший гимнаст. Многолетний опыт не подвел, сработал как надо. Старик рванулся на манеж и успел отпассировать Алисочку точным толчком с обеих рук, изменив отвесный угол падения. Ой, балбес. Да, она ударилась в барьер.
вскочила, комплимент, и убежала за форганг. Публика не успела ничего понять. Аплодисмент, овации. А она прямо за форгангом потеряла сознание. Три перелома, царь. Два правой руки и ключицы, и тяжелое сотрясение мозга. Ну и меня, конечно, сразу вызвали в Варшаву. Ты знаешь, что она мне сказала? Можешь быть уверен, Роман, ты еще увидишь воздушную гимнастку Алису Польди. Даю тебе честное слово. И, как видишь, слово свое сдержала. За ее здоровье. Царь, можно тебя позвонить? Да, конечно. Там открыто. Что это, Сережа, как будто не в своей тарелке? Ты знаешь, они решили брать ребенка. Ну, это знаю, решили взять. Не очень маленького, лет 5, чтобы характер был виден. Ну, ключи ему, говорит, выберешь, потом мне покажешь. Только, говорит, что был щекастый и деловитый. И смешной, как Сережа. И умный, как она. Хм. Заказ по всему меню. Она, значит, умная. Ну, с мальчишкой ему повезло. Нашел такого, как она хотела. И щекастый, и деловитый, и смешной. Привел Лёшу смотреть. Ванька ей тоже понравился. Когда дома стали обсуждать, как устроить там, где будет стоять кроватка и прочее, Лёся вдруг в слезы. Чего? Почему, говорит, я должна делить тебя с кем-то? С меня хватит и твоего цирка. А сегодня... Ну что? Ничего. Теща берет трубку. Алло, алло. А чего пупчик не подходит? Не заперли же ее под замок? Царь. Уже протрепался. Пьете вы отвратительно и закусываете очень плохо. А кто может предложить тост? Ведь такое простое отчество. Дементьевич. Да. И никак не запоминает. А он давно умер, твой отец? Он погиб в 45-м мае. Его часть уже вышла из боев. Стояли на берегу Вислы, ждали победы. Утром 9 мая пошел он с молодыми бойцами обезвреживать обнаруженную ими немецкую мину. Бойцы окружили яму, мина лежала с краю. Бойцы, сказал он, чтобы обезвредить данную мину, нужно рукоятку взрывателя повернуть вот так. И повернул. И ни в коем случае не так. И повернул еще раз. А я своих родителей не помню. Я как колобок рос у дедушки, у бабушки. А потом от них ушел, покатился, покатился. И попал на нос к лисе Алисе. А она меня и съела. Странно. Странно. Одни люди рожают детей, даже не понимая, не ведая, что творят. А другие, как, например, мы с Лёсей, стоят за чужими детьми в очереди, как стояли когда-то во время войны за куском хлеба. Ну почему моя мать, одинокая, не отдала меня годовалого каким-нибудь чужим людям, растила в муках, не выходила замуж из-за меня? Может, боялась, что мужик бессовестный попадется. Бессовестные мужики, они ведь страшнее войны. От них нужно подальше. Или стрелять, как бешеных собак. Но тогда население очень сильно поубавится, спокойно, птица. Спокойно, спокойно. Без кровопролития. Мы мирные люди, наш бронепоезд. Стоит без запасных частей. Балбес. Ну, балбес, ослабеваю. Предлагаю тост за меня ослабевшего. Пользуйтесь. Откуда все-таки у тебя такое прозвище? Царь Леонид. Это целая история. Я о чем задумался, Сережа? О божественном. Знаешь, Мария, Матерь Божья. Да. Если разобраться хорошенько, тоже была в сущности матерью одиночки. Секундочку, батюшка.
Она, кажется, была замуж. За старым плотником по имени Иосиф. Мне еще бабушка рассказывала. Таким женщинам, как Мария, совершенно не обязательно иметь под рукой старого плотника. Да. Им пророка родить обязательно. Вот смотрю на тебя, Сережа. Что это ты сегодня такой нарядный? А я жениться собираюсь, так сказать, вступить в брак. Браком? Хорошую вещь не назовут? А я собираюсь вступить в законный брак. Ну, так бы и говорил. Законный брак – это брак со знаком качества. А на ком ты собираешься жениться? Понятия не имею. Ну, правильно, вот женитесь тогда и познакомитесь. Есть у клоунов такой испытанный прием. Неожиданно, ни с того ни с сего, прервать на манеже действия и будто бы вдруг, забыв о партнере, уставиться на кого-нибудь из публики, на кого-нибудь из первого ряда. Самое верное уставиться на женщину. Они быстрее и легче конфузятся. А ты, клоун, все глядишь, как завороженный. Женщина начинает бестолку суетиться, хихикать, цирк веселится от души. А если она еще рукой махнет, так уйди, дурак, тогда все просто в восторге. А ты тут начинаешь играть, что влюбился с первого взгляда, по уши влип, ног под собой не чуешь. Вот так 2 года назад уставился он в блондинку из первого ряда и погиб. Он влюбился сразу, с первого взгляда, и по уши влип, и ног под собой не чует. Спасибо, Ромашка, выручил, оттащил на середину манежа. Еле репризу довели до конца. А потом, кое-как содрав грим, бежали через двор, высматривали ее среди валившей из цирка публики. Я тогда брюки прямо на клоунский костюм натянул, а плащ застегнул под самое горло. Дурацкий вид. А может, оно и к лучшему было? Клоуны ведь. Лесины родители были категорически против. Я-то их понимал, старался понять. Дочь известного академика Баттербарда замужем за клоуном. Если бы у меня было мировое имя, ну, скажем, как у Олега Попова, а то Сергей Синицын. Да, до недавнего времени директор цирка здоровался с нами через раз. Извините, не узнал. И, наконец, успех, долгожданный и выстраданный. Ромашка собирал газеты, вырезал рецензии и складывал их в бумажник. А когда рецензий накопилось достаточно, обклеил ими голову и рожу, и в таком виде явился в дирекцию. Здравствуйте, вот и я. Попробуйте теперь нас не узнать. Но даже если успех. Лёсе 22 года. Она только что закончила ИНЯС. А мне жизнь уже успела влепить. Тогда 2 троечки. И фамилию Синицына Лёся брать не захотела. Объяснила, что папе будет неприятно, если единственная обожаемая дочь откажется от своей фамилии Баттербард. А знаешь, как тебя в цирке стали звать? Академик Буттерброд. Ты придумал. Честное слово, не я. А раньше у меня было прозвище Птица. О чем задумались, балбесы? Царь, ты все знаешь. Скажи, что мне делать? С тобой, Сережа, не соскучишься. Это все? Ну почему все? Еще кофе будем пить. По-турецки. Народная артистка СССР Алиса Польт. В цирке ее объявляли особенно. Убегали клоуны, уходили униформисты, молчал оркестр, свет прожекторов медленно угасал, только под самым куполом
высвечивалась тонкая серебряная трапеция. Трапеция тихо покачивалась, казалось, от дыхания многих людей. Она деловитой походкой выходила на манеж и, ухватив тонкими руками свободно висящий конец каната, быстро взбиралась вверх под самый купол. Зал отвечал приветственным ревом и сразу же смолкал. Это Алиса начинала свой номер. Я беспрестанно усложняла свой номер и довела его до степени непревзойденного совершенства. Ни одни большие зарубежные гастроли нашего цирка не обходились без нее. Известные иностранные антрепренеры затевали друг против друга рискованную игру, когда ставкой был беспроигрышный номер этой советской гимнастки. Она никогда не пользуется ни страховочной сеткой, ни лонжей. Это допускается правилами, ведь она работает без отрыва от снаряда, как говорят в цирке. Но даже не очень слабонервные в публике, нет-нет, а зажмуривали глаза. Зал вскрикивал, стонал, вздрагивал рукоплесканиями, и вдруг Алиса Польти срывается с трапеции головой вниз. И... ах! Повисает, сильно раскачиваясь в ужасающей вышине, зацепившись маленькой ступней за угол снаряда. Упавшие волосы заколыхались, как приспущенный флаг. Но вот она подняла, нет, опустила руки, поправила прическу, сложила руки на груди и, закинув ногу на ногу, словно сидит в мягком кресле, выгнувшись, раскачиваясь все медленнее, смотрит на публику с улыбкой. Что, здорово испугались? Любите свою Алису? Любим, любим, скандированно бьют аплодисменты. А народная артистка, соскользнув по канату, раскланивается. И цирк сияет ей всеми огнями. Я, как обычно, преграждаю путь с манежа. Побудь еще немного с нами, Алиса Польди. И она возвращается в центр манежа и снова посылает во все стороны воздушные поцелуй. И я люблю вас. Люблю. Люблю. Воздушные поцелуи воздушной гимнастки. Извините. Здесь живет народная артистка Алиса Польди? Нет. Здесь живет великий клоун Роман Самановский. Только он не может вас сейчас принять. Он, простите, совершенно пьян. Алисочка, любовь... Здравствуй, Сережа. Вы тут без меня каждый вечер так проводите? Ну, что, постоянно работаю. Сереженька, ты не хочешь позвонить Лёсе? Да. Прекрасно выглядишь. Как прошли гастроли? Соскучился. Ох, Алисочка, у нас с тобой день, считай, за год. Хорошо, если 3 месяца в году видимся. За 10 лет едва наберется 3 года совместной жизни. Ты же вон, я вон ковер. Что с Сережей? Ты там понимаешь. Никто не берет трубку. Алло, алло. Садись. Алиса, ты получила мое письмо? Да, получила. Мне вспомнилась одна история из моего детства. Это было давно, но я все хорошо помню. Как-то отец повел меня в зоопарк. Меня очень влекли птицы. В птичьем павильоне, кроме нас с отцом, ходил еще какой-то старик.
белая борода, широкополая шляпа, большой альбом под мышкой. Старик мне очень понравился. Я все гадала, что у него в альбоме такое. Он заметил, что я на него поглядываю, и подошел. «Как тебя зовут?» – спрашивает. «Алиса. А на кого ты похожа?» «На папу». «Нет», – говорит, – «ты похожа на маленькую цветную свечку, которую зажгли в темной комнате на новогодней елке». Я тогда очень смутилась. А он опять спрашивает: «Как ты думаешь, какая птица самая красивая?» «Не знаю», – говорю, – «наверное, лебедь». «Нет». «Ну тогда павлин?» «Нет, никогда». «Но ведь не попугай же?» «Нет, конечно». А потом говорит: «Самая красивая птица на свете – белая ворона, потому что она исключение. Можно встретить стаю лебедей, семью павлинов, компанию страусов, но никто никогда не встречал целой стаи белых ворон». «Да этого не может быть, тогда все потеряет смысл. Белой вороной нельзя стать по желанию. Нужно призвание, талант. Белой вороной нужно родиться. Конечно, любая ворона может вывалиться в муке, выпачкаться в мелу, выкраситься белилами. Но они не белые, они ряженые. Белую ворону можно очернить, но сделать ее черной невозможно. Она белая ворона. Она самая прекрасная птица на свете, потому что ей труднее, чем другим. По ней одной узнают всю стаю. Но быть исключением из общего правила – это очень-очень ответственно. И белые вороны должны это понимать. В жизни, кажется, таких птиц не бывает, а в искусстве без них не бывает жизни. Я прочитала твое письмо, Сережа, внимательно не раз. Я все поняла, как может понять женщину, которой никогда не было детей. И, по-моему, нам, цирковым, лучше, честнее, что ли, навсегда оставаться бездетными, как это ни горько. Я сама теперь часто думаю об этом. Прошли те времена моих родителей, когда дети росли прямо в цирке. Под ногами у взрослых и цирк был для них и школой, и домом, да всем чем угодно. Теперь нам подчас приходится выбирать, его искусство или его ребенок, если ты хочешь оставаться в цирке в полном цирковом смысле этого слова, а не просто остаться в цирке. Да не мне тебе, Сережа, рассказывать, какой подвижничество наша работа. А ваш успех я слышала, читала, знаю. Это еще только начало ваших серьезнейших мук. Пейте кофе, а то остынет. Спасибо, мы уже пили у царя Леонида. А странное это прозвище — царь Леонид, а? Ну что ты, это целая история. Как жаль, что меня сегодня не было с вами. Я бы произнесла прекрасный тост. Ну в чем же дело? Произнеси сейчас. Клоуны, дорогие мои клоуны, сегодня мы навсегда прощаемся с замечательной цирковой артисткой Алисой Энриковной Польди. Алисочка. Прошу встать. Ромашка, милый. Мальчики, вчера в первый раз в жизни на публике я пристегнула лонж. Первый раз в жизни. Ну что, Алиса? Не надо, Ромашка. Всему когда-то приходит конец. Алиса! Алиса! Алиса, Алиса, ну ты же у меня гениальная. Займешься дрессурой, будешь дама с собачкой. Вот так, Ванька. Милый человек.
Не гожусь тебе в родители. Никудышный я, отец. Несерьезный, безответственный тип. Ничего не знаю. Ни в чем толком не понимаю. Не знаю даже, откуда прозвище такое странное. Царь Леонид. Я помню. Обождите минуточку, у нас обеденный перерыв. Знаешь, я заметил, что вызываю у людей зверский аппетит. Стоит мне где-нибудь появиться, как тут же объявляют обеденный перерыв. Это происходит постоянно в магазинах, на почте, в милиции, везде. А в цирке? В цирке то же самое. Стоит мне появиться на манеже в первом отделении, как публика ждет, не дождется антракта, чтобы вломиться в буфет. И все из-за меня. А вот когда закрыто на учет или лифт на ремонте, это из-за кого? Наверное, из-за тебя. Или моя теща говорит, приходите обедать. Нет, чтобы сказать, приходите, поговорим по душам. Нет, как увидит, обедать, обедать, обедать. Да ну тебе к черту! В самом деле есть захотелось. О, а вот он никогда не хочет обедать. Да, он хочет разговаривать. Его хлебом не корми, дай только поговорить. Видишь, красный? По нему, видно, такое говорят, что ему стыдно. А бывают телефоны, по которым ведут только служебные разговоры, так они зеленые от скуки. А бывают белые. А по белому телефону хорошо спрашивать. Катя, вы выйдете за меня замуж? А Катя по-черному отвечает, ни в коем случае. Детский дом, у нас обеденный перерыв. Да, я. Алисочка, а как ты меня... Ну, понял, понял. Вы, конечно, со мной. То есть, я с ним. Грандиозно! Ой, как здорово! И же передам. Да, и я тебя, и он тебя, да, очень. А что? Птица. Сейчас Алиса звонила. Из управления госцирков. Решено гастрольное турне, птица. Большая сборная программа. Три наших лучших антре включены, и все подписаны высшим начальством. Алиса подписала? Нет, турне начнется через 2 недели. И пройдет по 4 странам. Отгадай, какая первая? Остров Пасхи. Идиот. Канада! Канада! В Монреаль приезжает советский цирк. Повсюду афиши. Лёся верит, на афишах наши имена и мчится к нам в отель. Но нас там нет! Мы будем от нее прятаться в цирке, ну, конечно. Все советские, которые сейчас в Монреале приходят на представление. Лёся, в первом ряду! 2 антре прошли, а мы ее не замечаем. И только в третьем. Птица, это грандиозно. А что будет с Ванькой? А Ванька на время гастролей будет жить у нас. Алиса сама предложила. Она берет творческий отпуск на год. Летай, птица! Родись на Кале!
Сергей Демьянович? Правильно. Вы вот в этой графе ничего не заполнили. У вас есть еще дети? Есть. Трое. Четверо. Пятеро. Трое девочек, остальные пятеро мальчиков. И все, само собой, близнецы. Брать будете? Будем брать. Извините, вы ему сказали то, что я вас спросил, что я клоун? Ах, это, разумеется, сказал. Ну и что, как он, ничего не расспрашивал? Очень смеялся. По-моему, не поверил. Он вообще когда-нибудь видел клоунов-то? Они были у нас в цирке на новогодней елке. И на картинках видели, конечно. Знаете, рисуют? Красноносых таких. В колпачках. Его там собирают. Птица, это наш человек. Слушай, вот дома на кухне на столе лежала. Читай. Можешь все читать. Сережа. Я умолила папу заехать перед отлетом в Канаду. Тебя нет дома, ждать мы не можем. Самолет из Шереметьево, но неважно, почему ты не звонил. Ведь ты знал, что я сегодня улетаю. Если будет с кем переслать письмо, напишу. Где ты все время пропадаешь? Я ненавижу твой цирк. Убегаю, целую ты еще раз, Леся. И ни слова, Ваня, ни слова. А что ты скажешь Ваньке, если спросит, где его мать? Скажу, уехала. Скоро приедет.